15 сентября, в День знаний, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания средней школы номер 311, расположенной в Сабунчинском районе Баку. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы, и ознакомился с созданными здесь условиями. Глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента Азербайджана о проделанной работе. Было сообщено, что в трехэтажной школе на 960 ученических мест обучение будет проходить две смены. Ознакомившись с условиями, созданными в школе, президент Ильхам Алиев встретился с учителями и учащимися этого учебного заведения.